настроены были на победу только. Поэтому хоть и с таким составом все девочки боролись, молодцы. Поэтому я, конечно, это для нас неожиданно, но все вложили часть себя в эту победу. Что мы девчонками всеми собрались, как бы сделали меньше ошибок, но я просто думаю, что команда сборной сейчас просто не все силы выложила, потому что у них завтра будет предстоящая игра, которую нужно выиграть. Я думаю, что просто сегодня была как бы разминка, они посмотрят, поработают над своими ошибками. Я думаю, что у них завтра все получится.